Что ж, а если вопросы по нравственным атрибутам Бога? Если нет, то позвольте мне спросить вас, перед тем, как мы обратимся к нравственным атрибутам Бога, есть ли у вас вопросы по поводу простоты Бога? Все ли здесь вам понятно? Я лично полагаю, что эта идея не так понятна с рациональной точки зрения. Если к тому же вы посмотрите на те тексты Писания, которые приводятся в поддержку этого атрибута, таких текстов, скажем, немного. И если вы внимательно на них посмотрите, то они особо и не говорят о простоте Бога. Но все-таки основная проблема с этим атрибутом, что он представляется бессмыслицей. Вот посмотрите, если мы признаем, что Бог обладает этим атрибутом, простотой, то мы не можем отделить Его сущность от Его атрибутов. И к тому же, если Он обладает простотой, неделимостью, то мы не можем отделить один атрибут от другого, потому что, поступая так, мы выделяем части в Божьей сущности. Поэтому, если вы придерживаетесь того, что Бог обладает атрибутом простоты, то вы должны признать, что у Бога нет частей. Но, как мы уже отметили, наш друг Альберт Пленнингтон очень убедительно показал, к чему ведет допущение, что Божья сущность идентична с Его атрибутами. Ведь тогда Бог не более чем просто атрибут, но ведь не какой-то атрибут вывел народ израильский из египетского рабства. Не атрибут сотворил мир, воскресил Христа и так далее, и далее. И точно так же, если действительно есть атрибут простоты у Бога, то это неминуемо ведет к заключению, что каждый атрибут идентичен с остальными. Но, конечно, когда мы говорим о Божьей любви, то мы не думаем в этот момент о том, что Бог обладает атрибутом неуязвимости или единства. Мы думаем совсем о другом. Но наличие атрибута простоты требует, что раз в Боге нет составных частей, то значит все Его атрибуты идентичны. Каждый атрибут ничем не отличается от другого. Но, как мы понимаем, все совсем не так. Когда мы читаем Писание, мы видим, что если речь идет о Божьей справедливости, то это совсем не подразумевает, скажем, Его единство или целостность, или Его неуязвимость, или Его бесконечность. Но все-таки я хотел бы проследить и понять, почему на протяжении многих веков люди придерживались учения о том, что Бог обладает атрибутом простоты. И если вникнуть в это, то можно понять, почему они так считали. Но все-таки так много возражений, что растет убеждение, что этой доктрины больше не следует придерживаться. Если вы прочтете книгу «Нет подобного ему», или прочтете распечатки, или вспомните то, о чем мы говорили на предыдущей лекции, то скажите мне, почему на протяжении веков церковь, или, скажем, большинство в церкви придерживалось доктрины божественной простоты. И вот такая подсказка. Исторически, идет ли речь о римской католической церкви или позднее о протестантской, наиболее распространенный богословский подход исторической церкви
соответствовал представлениям классического теизма, который мы рассматривали с вами вчера. И теперь позвольте мне вновь задать этот вопрос. Помня о том, что понимание Бога, концепция о Боге на протяжении истории Церкви было, если не идентично, то очень близко к классическому теизму, то почему, на ваш взгляд, те люди, которые придерживались такой позиции, считали, что необходимо верить в то, что Бог обладает атрибутом простоты? Я считаю, что если бы Бог состоял из частей, то Он был бы ограниченным. Наличие частей несовместимо с атрибутом бесконечности. Хорошо, возможно, это часть причины. И, конечно, ваше замечание справедливо. Но есть и несколько других причин, о которых также необходимо упомянуть. Но начало хорошее. Что-либо еще? Если вы посмотрите на свои распечатки, там, где говорится о простоте Бога, то вы увидите такой пункт, в котором говорится о том, к чему логически приводит доктрина о божественной простоте. Позвольте мне сейчас высветить этот слайд на экране для вас. И я надеюсь, что когда вы посмотрите на этот слайд, вы поймете, каковы же есть другие фундаментальные причины, почему те люди, которые придерживались позиции классического теизма, не могли отвергнуть доктрину о простоте Бога. Вот внимательно посмотрите, это что-либо говорит вам? И если говорит, то что? Так как Бог совершенен, то Он ни от кого не зависит. Он абсолютно независим. Да. А если Он полностью независим, то Он зависит лишь от Себя целиком. Верно. Верно. Прямо в десятку, Линда. Вот позвольте мне сейчас немного разъяснить то, что сейчас Линда сказала. Объяснить это немного подробней. Если Бог целиком зависит только лишь от самого себя, но при этом состоит из частей, то тогда Он, по сути, зависит от отдельных своих частей в том, кем Он является, чтобы быть, кем Он является. А если так, то вечное и независимое бытие Бога под вопросом. Но я думаю, что, говоря это, мы подразумеваем следующее. Что ж, Бог зависит от отдельных атрибутов. Да, именно об этом мы говорили до сего момента. Но есть еще один момент в том, что Бог зависит от своих атрибутов, момент, который мы еще с вами не обсуждали. Я не знаю, слышали ли вы о том споре, который ведется как в настоящее время, так и на протяжении многих тысячелетий. Это спор о связи между универсалиями и частностями. И понятие тут немного шире, это могут быть и универсалии концепции, и универсалии предметы, и как они соотносятся с отдельными составляющими, примерами универсальных вещей. И в зависимости от того, о каком богословии мы говорим, он или она может верить в то, что мы не можем говорить об универсалиях, можем говорить только лишь о частностях. И вот давайте скажем, что этот круг представляет Бога, и вы разделите его на различные атрибуты, и при этом скажете, что вне Бога нет ничего, от чего бы он зависел, то тогда давайте изобразим это так, скажем, эту часть у нас любовь, а эта часть, скажем, его справедливость, и так далее, и далее. И вы тогда можете сказать, что для того, чтобы Бог был тем, кем он есть,
то он должен зависеть от его отдельных частей, чтобы быть тем, кем он есть. А это не согласуется с независимостью. Но это заключение строится на допущении, что нет универсалей, есть только частности в этом мире, частные примеры любви, справедливости, истины и так далее. Но что происходит, если вы допускаете, что в этом мире есть не только частности, но также и универсалии? Что ж, тогда это означает, что есть некое универсалия, атрибут справедливости. И, скажем, есть еще одно универсалие — это атрибут любви. И тот факт, что это универсалии, означает, что они вне Бога, они отдельные части от Бога. А Бог имеет составную часть справедливости — это частность универсалии справедливости. Но он далеко не единственный, кто справедлив. Каждый из нас в чем-то может быть справедливым. И если вы верите в универсалии, как платонисты и неоплатонисты, что ж, тогда это означает следующее. Та любовь, которая в нас есть, та справедливость, та истина, которая в нас есть и так далее, вот эта любовь, справедливость и истина — это частности от универсалий, тех атрибутов любви, справедливости, истины, которые существуют. И это применимо не только к нам, но и применимо к Богу, к Божьим атрибутам любви и справедливости. Это тоже частность универсалей. И вот теперь посмотрите, что происходит, если вы верите в универсалии. Для того, чтобы Бог был тем, кем Он является, Он должен зависеть от своих составных частей, но также Он должен зависеть в какой-то степени и от этих универсалей. И богословы спорят, как все это может согласовываться с вечным и независимым бытием Божьим. И если Бог действительно не зависит ни от кого, ни от чего, вне Его, только от самого себя, то единственный способ разрешить эту дилемму — это сказать, независимо от того, существуют ли универсалии или нет, Бог обладает атрибутом любви, но Его атрибут любви эквивалентен Его атрибуту справедливости, атрибуту истины и так далее. И все это эквивалентно Его сущности. И тогда единственное, от чего зависит Бог, чтобы быть кем Он есть, это Он Сам. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Что ж, есть еще одна причина, почему классический взгляд на богословие вынужден включать атрибут простоты Бога. И эта причина связана со следующим пунктом здесь на слайде, и это вневременная вечность. И я допускаю, что при желании можно выстроить такую цепочку: Бог — совершенное существо, потом самозарождение, и затем уже простота. Но если Бог существует во времени, то Его сущность подчинена ходу времени и различным временным аспектам. И при этом уже трудно сказать, что Его существование независимо ни от чего. Но если вы, с другой стороны, считаете и верите, что Бог вне времени, то как Его сущность может состоять из каких-либо частей? Если Он во времени, то мы можем говорить о некой временной последовательности, применительно
к различным атрибутам или, скажем, всей сущности Бога. Применительно к самому Богу мы можем говорить о Боге в момент времени А и в момент времени Б. А это означает, что все, что существует в Боге, не существовало всегда. Потому что, скажем, у нас есть некая сущность Бога в момент времени А, если мы переходим к моменту времени Б, то это уже другая сущность. Если идем дальше во времени, то наблюдаем уже другую картину. И при этом нам не избежать вывода, что есть составные части, не так ли, в Божьей сущности? Что ж, нам бы уж точно этого не хотелось. Что ж, представляется поэтому, что если Бог существует вне времени, то Он должен обладать атрибутом простоты, потому что Он не ощущает ход времени. Его существование нельзя разделить на временные интервалы. И к этому еще можно добавить неизменяемость Бога. И что это в себя включает? Мы знаем, что сущность, которая не может ни в чем измениться, не может быть подвержена ходу времени. Иначе будут изменения. И что ж, если Бог не может меняться совсем, а ведь так как Он совершенная сущность, Он не может меняться к лучшему. Если Он меняется, то только к худшему. А это бессмысленно. Так что, если сущность Бога постоянно и неизменно всегда, и все, что существовало когда-либо, будет существовать всегда, то опять же можно говорить о том, что в Боге нет составных частей. Итак, если вы принимаете представление классического теизма о Божьих атрибутах, все остальные атрибуты, кроме атрибута простоты, то вы вынуждены будете прийти к логическому заключению, что Бог неделим. Иначе вы столкнетесь с проблемами, о которых мы только что говорили. Вам придется отказаться от независимости Бога и от Его вневременного существования. Поэтому принято считать, что если вы верите в другие доктрины, атрибуты, то у вас не остается выбора, как верить в неделимость, целостность Бога. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.